Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит чисто информационный характер. Сегодня у меня новинка. Проект Макимани, который находится на предстарте. Значит, старт проекта состоится 26 декабря в 18:00 по Москве. Далее, что у нас? Здесь отсчет времени идет. Мультимаркетинг. Доход идет со всей структуры гарантированно. Исключен фактор, образующий пробку в структуре. И тарифные планы. Значит, выбери свой тариф. Вход 140 рублей. Выход 4914 рублей. Вход 360 рублей. Выход 11988 рублей. И третий тариф на 540 рублей. Выход 18198 рублей. Ну и здесь маркетинг. Так. Далее, что у нас здесь? Мультимаркетинг. Наш маркетинг позволяет зарабатывать быстро и эффективно со всей структуры без исключения. Пассивный доход. Мы проводим рекламные кампании и промоакции, что обеспечивает поток переливов от системы. Также реализованы переливы от кураторов и мгновенные выплаты. В проекте деньги не скапливаются. Все заработанные денежные средства поступают сразу на ваш баланс и доступны к выводу. Так, ну здесь отзывы уже идут. Вот. Так, регистрация. Все очень простенько. Так, регистрация. Я уже зарегистрирована. Так, войти. Так, зарегистрироваться. Вот здесь нажимаем. На сайте логин, email, два раза пароль, галочку. Нажимаем регистрация. Вход по логину и паролю. Я же войду в кабинет. Так наш кабинет выглядит изнутри. Значит, предстартовая регистрация открыта. Пополнить баланс и активировать тарифы можно будет 26.12. Так. И здесь наши тарифы. Вот активировать первый тариф, если идем на первый. Второй тариф. И третий тариф. Далее, вот здесь сразу наша партнерская ссылочка. Вот здесь на нее нажимаете, и ссылка скопирована. Так, далее, что у нас здесь еще есть? Ну, профиль. Здесь будут у нас транзакции, отображаться наши рефералы, новости, промо-материалы. Здесь у нас находятся баннеры красочные. Далее вопросы-ответы и редактировать профиль. Ну, я вот здесь уже отредактировала немножечко. Ставим фамилию, имя, отчество. Мужчина, женщина. Что-то у меня здесь мужской стоит, когда я ставила женский. Так, сохранить. Вот, аватарку я загрузила. Далее что? Пароль. И здесь социальные сети. Если кто захочет, может со мной связаться. Все это нажимаем сохранить. Ну, в принципе, как бы и все пока. Вот. Продолжение, естественно, следует. Буду мониторить проект. Кому интересно, присоединяемся. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.